Каждый имеет право иметь. С правом własności związane są... В связи с правом собственности возникает много вопросов. Все ли мы можем владеть чем-то? Все ли может быть нашей собственностью? Имеем ли мы право сделать все, что нам заблагоразумится с нашей собственностью? И могут ли власти отнять у меня мой дом, обложить налогом или пошлиной? Нарушения права собственности были основной причиной почти всех великих революций. В важных исторических моментах всегда меняются отношения собственности. В эпоху абсолютизма собственность была весьма ограниченной. Земля принадлежала королю или царю, который передавал ее в пользование феодалам. Ограничение свободы крестьян предоставляло возможность распоряжаться другими людьми. Абсолютизм, свергнутый в Западной Европе в конце XVIII века, еще долго удерживался в царской России. Революции полностью изменили структуру отношений собственности. Из трех революционных лозунгов «свободы», «равенства» и «собственности» буржуазные революции оказались наиболее преданными собственности. По сути дела, свобода как лозунг была средством передачи собственности и передвижения людей. Люди, которыми почти безраздельно властвовали помещики, освобождались для наемного труда на фабриках и в городах. Главной же целью революции была собственность, и собственность оказалась важнее равенства. В Европе никогда и не было абсолютного права собственности. Наверное, потому что правом абсолютной собственности обладал король, или король узурпировал это право. И поэтому человек, владевший землей или чем-то другим, знал, что его право собственности несколько ограничено. В Америке право собственности с самого начала было абсолютным правом. Становление Америки – это, по сути дела, изгнание индейцев и овладение землей, которые американцы считали ничьей. Собственность легла в основу революции и позже Конституции США. В Америке собственность стала основной ценностью. Во имя собственности и во имя защиты права на собственность Америка очень долго сопротивлялась регулирующей роли государства и социальному законодательству. Право на собственность – основное фундаментальное право. Оно предопределяет не только свободу экономической деятельности человека, но и свободную деятельность как таковую. Уважение права на собственность – фундамент, на котором зиждется все общество. Последствия ликвидации этого права мы испытали на себе, наблюдая то, что происходит с экономикой в коммунистических странах. Первый удар по собственникам нанесла Октябрьская революция. Декларация прав трудящихся от 1918 года ввела пустой лозунг об обществлении, сдвинув личность на второй план. Во имя равенства были убиты сотни тысяч невинных людей, а их собственность, имения, дома, фабрики, поместья разграблены. Бывшие владельцы стали презираемыми классовыми врагами, которые покушались на коммунистическую родину. В результате национализации вся земля отошла государству.
Есть много структурных сходств между коммунизмом и феодализмом, в частности, в отношении к собственности. Существовал один владелец, государство, и существовали коммунистические феодалы, крупные предприятия или крупные хозяйства с ограниченным правом собственности. Сходство налицо. После войны в Центральной и Восточной Европе вводится советская модель экономической и общественной жизни. Польская социалистическая конституция от 1946 года подчиняет личность обществу. Ярким проявлением новой идеологии в Польше стал закон о национализации от 1946 года. Монополистом в экономике стало государство. Граждане лишались права собственности, но им вменялась обязанность стоять на страже общественной собственности. Так были заложены основы, сам фундамент центрального планирования, административно-командной системы. Государство стало владельцем большей части собственности и стремилось захватить все производственные фонды страны. Национализация была тем инструментом, при помощи которого можно было перейти к внедренным уже потом методам управления народным хозяйством. На основании декрета Польского комитета национального освобождения беззаконно отнималась земля. Экспроприированные бывшие владельцы становились классовыми врагами. Во имя исторической справедливости их собственность, теперь уже так называемая обобществленная собственность, раздавалась крестьянам. Точно то же самое сделали коммунисты по отношению к собственности массовых выселенцев. В связи с изменением границ, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а их имущество было разграблено. Таковы были судьбы польских имений в восточной части Польши, немецких на восстановленных землях или украинских, уничтоженных в рамках операции «Висла». В связи с постоянной нехваткой товаров при коммунизме, часто называемым системой дефицита, существенным элементом внутренней политики стало распределение различных благ. Система привилегий, допусков, спецмагазинов и спецзаказов была частью огромной системы коррупции общества. Система была предназначена в первую очередь для властей, для номенклатуры даже не очень высокого уровня, некоторых интеллектуалов, писателей, актеров и даже целых избранных профессиональных групп, например, шахтеров, у которых еще в самые последние дни коммунизма были свои закрытые магазины. Специальные склепы и возможность закупов товаров, недоступных нормально на рынке. Целый ряд товаров можно было получить только по талону. Талон на холодильник или шкаф был наградой за лояльность. Преступлением было хранение дома валюты. Преследовались попытки частных лиц нанять кого-нибудь на работу. Государство стало единственным работодателем, например, в СССР. Не было оборота предметами культа. При въезде в СССР у пассажиров отнимали Библии. У верующих отнимали храмы. Нарушение права на собственность влекло за собой нарушение свободы совести и религии. Право собственности – одно из основных прав человека. Ну, какое же это право?
личное, экономическое или социальное. Современные конституции, не только коммунистические или посткоммунистические, но и португальская и испанская, относят право на собственность к числу социальных или экономических прав. Либеральные теории рассматривают право собственности как одно из основных личных прав, доказывая это тем, что человек без собственности не может быть независимым, а независимость наряду с автономностью – это составные свободы. Человек, лишенный собственности, впадает в зависимость от других владельцев предприятий или людей, поставляющих ему разные блага. Марксизм всегда выдвигал на первый план физический труд. Умственный труд считался менее важным. Легче понять притязания относительно конкретного продукта, чем притязания, касающиеся идеи. В демократическом государстве нам приходится заново формировать уважение к интеллектуальной собственности, названию, музыкальному произведению, идее, патенту. Общество, в котором нет уважения к интеллектуальной собственности, это общество роботов, занятых исключительно производством предметов. Интеллектуальная собственность – это очень важный вид собственности, ибо она имеет прямое отношение к самой сути человека, его индивидуальности и автономности. Неповторимость человека определяет, в частности, его тождество и творческая деятельность. Именно поэтому необходимо защищать творческую деятельность не только на основании права на частную жизнь, но и на основании права на собственность. Трудно защитить интеллектуальную собственность. Ее защищают авторское право, патенты и тому подобные инструменты. И тем не менее защита этой собственности – дело сложное, ибо тут легче совершить кражу. При краже имущества надо что-то взять и вынести. Куда легче исполнить чью-нибудь песню на концерте или в ресторане. Так что защищать эту собственность трудно. Посмотрите, что сейчас происходит в отношениях США с Китаем. Ведь они там на грани таможенной войны. Право собственности как одно из экономических прав и одно из немногих регулируемых Европейской конвенцией пользуется ограниченной защитой. По отношению к собственности, пользованию предметами, интеллектуальной собственности, государству дозволено гораздо больше, чем по отношению к праву на частную жизнь. Право на частную жизнь – это личное право, тогда как экономическое право собственности пользуется ограниченной защитой. Государство может, например, отчуждить собственность, естественно, выплачивая компенсацию или ввести налог, ограничивая право на собственность. Международное право не предусматривает тут каких-либо ограничений. О том, что дозволено, решает государство на основании национального законодательства. Естественно, все должно проводиться добросовестно. Уплата налогов – одна из обязанностей. Гражданина – элемент договора, на котором зиждется свобода. Все дело в том, какие налоги – слишком высокие или слишком низкие, как взимаются и как они определяются. Например, имеет ли закон о налогах обратное действие? Можно ли подготовиться к уплате налога в рыночной капиталистической экономике? То есть можно ли делать капиталовложения и тому подобное? И не следует забывать о более общем вопросе, связанном с налогами. В Европе право собственности ограничивается благом общества, так как в Штатах право на собственность ничем не ограничивается. И американцы, хоть на деле они соглашаются с налогами, но идейно бунтуют против них. А европейцы рассматривают налоги как бремя, неизбежно связанное с собственностью.
Есть такие цели, за которые всегда приходится расплачиваться. Государство должно нас защищать от внешнего и внутреннего врага, и поэтому нам приходится платить налоги, которые идут на содержание армии, полиции, судов, тюрем. Без всего этого просто нет государства. Все остальное — предмет договоренности. Налоги выше, но за это бесплатное образование и здравоохранение. Идеи приватизации судов или армии нелепы. Идея приватизировать тюрьмы весьма сомнительна. Собственность приходится защищать не только от посягательств государства, но и от посягательств других частных собственников. Государство должно разработать правовые урегулирования, на основании которых будут решаться спорные вопросы. Право на собственность может ограничиваться в силу целого ряда соображений в связи с общественным интересом, экономическим интересом, экологическими соображениями или в связи с необходимостью охранять культурные ценности. Владелец произведения искусства не может свободно распоряжаться этим произведением, не может его уничтожить. Владелец дома обязан предоставить помещение потерпевшим от стихийного бедствия. Землевладельца можно лишить земли, выплатив компенсацию, если, например, этот участок нужен. В данном случае соответствующая компенсация – это не просто цена земельного участка или дома. Денежной компенсации должно хватить на то, чтобы и на новом месте человек мог вести жизнь на уровне, сходном с предыдущим. Ограничение права собственности нельзя применять произвольно, ведь в таком случае право на собственность уже не было бы основным гарантом свободы личности. Поэтому ограничения права на собственность всегда должны отвечать конституционным нормам данного государства. В качестве первообразца такой нормы мы приведем здесь хорошо известное положение Веймарской конституции. Собственность обязывает. Коммунисты разорили почти все, что награбили. Но даже то, что осталось, все еще не возвращено законным владельцам. Посткоммунистическим революциям приходится решать серьезнейший вопрос, с которым не приходилось сталкиваться буржуазным революциям. Это вопрос приватизации собственности. Действительно архиважный вопрос, ибо от его решения зависит то, как мы будем рассматривать право на собственность. Просто как одно и не столь уж важное право человека или как основу всех других прав и свобод.